Всем привет! С вами вновь канал Поголесье. Тёмыч. Собрались сегодня на рыбалочку в Егорьевский рыбхоз. Платная рыбалка. Первый раз я еду. Тёмыч каждый день ездит, деньги платит. Шучу, конечно. Так, ну поехали. Сегодня 9 часов сейчас. Едем по... Не помню, как трасса это называется, если честно. В сторону, короче, Дмитровского погоста. Пока прём. Она не рязанская, она как-то... У нее название какое-то свое есть, или какая-то. Вон буханка моя едет, будущая зеленая спереди. Никак я себе не куплю. Лесочки наши. Едем сегодня на Матиске. Да, не в гараже стоит. Классная буханочка. Не, уж такая ржавенькая. Ну, такого хотя бы плана взять. Низ пороги можно и заделать. Кузяевская. Так, сегодня у нас 13, 14, 15, да? 15 число. 15 февраля. Среда. Сегодня там скидки вроде как 600 рублей. 4 килограмма, да? Решил заснять репортажик об этом. Ну, в дальнейшем посмотрим, что получится. С Тёмой мы вдвоем. Кто больше не заявил желание поехать. Ладно, будем смотреть, что из этого у нас получится. При подъезде еще поснимаем. Как будем подъезжать, сколько там народу и прочее. Всем удачи. Так, подъезжаем к поворотику. Давно уже едем по Егорьевскому райончику. Фурки вот такие нам навстречу идут. Подъезжаем к повороту на рыбхоз. Да, все, рыбхоз. Клеменово, рыбхоз, 7 километров. Какой-то дятел не хочет выезжать. Какой-то дятел не хочет поворачивать. 50 раз можно было повернуть. Шучу, конечно. Так, ну вот еще 7 километриков нам до рыбхоза. Вернули мы с трассы с этой, будем говорить, Шатура Егорьевск такая. Назарова, Мазарова. Ладно, будем подъезжать, еще поснимаем. Но ты сейчас не подъедешь там. Но мы не собираемся. Так, подъезжаем к Егорьевскому рыбхозику. Кто не был, вот смотрите, так все это выглядит. Ну, были, я уже думаю, здесь многие, кроме меня. Какие-то стоят. Вот так вот это все выглядит. Егорьевский рыбкомбинат сна. Мужики стоят нам налево. Это был парадный главный вход. Так, очередная моя зеленая буханка. Что ж такое сегодня, а? Мне прям травят душу буханки сегодня. И поднятая. Хорошенькая такая, наверное. Домишки какие-то. Место есть зайти, интересно. Говорю, блядь, надо ехать с ранья. Да с ранья приедешь, то же самое будет. Ох, нифига, до леса. Да. А ты что, нам еще ехать, знаешь, сколько, блядь? А, то есть это здесь конец в очереди? Да. Я тебе говорил, тепло, 600 рублей, скидка. Офигеть. Есть смысл туда проехать, посмотреть? Авось повезет? Посмотрим, я вот эту воткну туда. Будет место поменьше. У тебя она маленькая, чего-то хорошо. Да, сюда деньги эти. Вот так вот, ребят, видите, сколько здесь приезжают? Но это по средам, конечно, так много только. Такая вот очередь. Мы приехали ближе к 10. Вот. Где ты едешь? Нет, там. Дырочки. Садил, там нет. Ох, там еще, елки-палки. Не, а я не вижу, Тёма. Здесь заезд, да? Да. Вряд ли, наверное, ты здесь где-то воткнешься. Здесь выезд. Сейчас, может, там что-то. Ну-ка, вот здесь дырочка какая-то. Ну, по идее, ты так никого не перекрываешь, да? Ну,
вот это удастся. Там... Блять, конечно, я не выйду, но хуёб сейчас вот тут, блядь. Не выйду. Ну, купили руку. Почему не выйдешь-то? Видите, сколько машин, ребята? Полно. Сюда не вот, а, сюда ты этого перекроешь. Беда. Как в Москве? Хуже, чем в Москве. Да ладно, даже если там поставить, идти тут фигня. Ты мне прям говорил, что тут идти много. Не так уж и много идти там. Там вот мужики, это которые приехали только, интересно, или уже, или это очередь, блин. Так, ладно, будем искать местечко. Ну вот так, короче, все это выглядит на водоеме. Народу, как вы видите. Так, ветер. Пока не буду так снимать, потом уже буду снимать по-другому, чтобы ветер не попадал. Короче, вот так. Картину сами видите. Жесть. Ладно. Дойдем, встанем, включимся. Так, камера пока будет темночку снимать. Пока я буду долбить. Ну, пизданется, поднимет. Йоу! Подписчики, всем привет! Вот на такую штуку ловим. Тём, паук это просто называется, да? Видите, какая ужас. Сейчас буду пробовать. Тему поймал сам. Какой килишку, наверное. А?
да, сразу чувствуется. Сразу говорю, чувствуется так нормально. Притяжение. Могу сказать, вот очередной толстолок попал. Камера выключилась. Не выключилась, точнее, упала. От ветра упала, я ее и выключил. А? Ну, то, что покрупнее, ты имеешь в виду? Ну да, вот я двух поймал. Темыч что-то пока никак не разродится. Сейчас опять поставлю камеру. Стоит на ящике. Блядь, штатив поднимай. Ну и места здесь не хватает стоять, блядь. Если бы у меня тут тонна бы лежала, ты бы сказал, вперед. Такого пожарить самый стейкер. Ну, аллилуйя, на камеру хоть одного. Мелкий опять, да? Нормально. Ты боялся, видишь, все, потерло, ё-моё. Ну, блядь, два деления. Я его, блядь, если... Обычно наоборот все бывает. Не, главное, ток включил, да? Так, ну вот пока то, что ловим, вот такие вот
маленькие луночки у нас. Вот несколько штучек. Три карпика. Три толстолоба, это я поймал. Вот Тёма трех, одного зеркального. Мы его выловил. Тёма говорит, не ахти. Я думаю, что и так все нормально. Все, он уже это. Сбивать надо ледушку. Как только камеру включаю, постоянно начинает попадаться. Вот сейчас камеру только включил, сразу попалась. Ладно, идем дальше. Писала не всяк, а? Мы со столовой сегодня везем. Да ну, блин. И знаешь почему? Потому что когда тебе что-то не нужно, поэтому тебе везет на это. Что-то вроде такое же, а сопротивление такое. Стал прям кол. Так, ну все, заканчиваем рыбалку. Тёма сматывает удочку. Я снимаю. Тогда снимаю видео. Итог. Тёма так и остался на этом уровне. Три штучки. Такие, не знаю. Грамм 500-600, наверное. Ну и я, так, раз, два, три, четыре карпика, два более-менее, один поменьше, и раз, два, три, четыре толстолоба. Ну такие более-менее. Решили заканчивать. Ветер, конечно, сумасшедший сегодня, не знаю, что там получилось на видео, что вообще получится. Как-то так. Здесь вот мы половили. Сейчас уберем рыбку, взвешиваться и домой. Так, что больше снимать, наверное, не буду. Панорамку, водоемчик. Народ рассасывается уже. Время час. Сегодня хреново. Я не знаю, я первый раз, но
Чесноков и Тёма. Хреново все. Сейчас вот уже все, все разбежались. Так, ладно, что. Ездите на рыбалку, как всегда. На охоту, за грибами. Прочее, на природу просто выбирайте. Ну а с вами был, как всегда, канал Туголеси. Подписывайтесь на канал. Всем добра, всем удачи. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем пока-пока.